вся эта система международного права, еще в 2007 году президент наш в Мюнхенской своей речи сказал о том, что однополярный мир, он обречен. И все эти организации, ВЗХО, там, с химическим оружием, они по факту, знаете, как стенгазеты, их эти нормативные документы созданы только для того, чтобы по факту влиять на Россию. С учетом сегодняшней индустрии фейковых новостей, то, что мы видели в Сирии, то, что мы видели нападение в Ирак, когда перед вами трясут пробиркой и нападают на государство. И это резолюции, подтвержденные этих международных организаций, которые ограничивают потом другие государства под диктовку одной страны. Поэтому все эти договоренности, все эти международные организации, они оказались фейком. И мы это долгое время... Хотели все-таки как-то, ну, не хотели это признавать, да. Да, думали, что они когда-нибудь заработают, ну, должно же быть, но нет.